Ну, прежде всего и в основном я бы хотел, чтобы эта затея была поддержана по одной простой причине, что очень часто так бывает, что люди хотят как бы снимать кино, ну какое, ну вот какое тут, хотят, вот дайте нам 200 миллионов долларов, и мы снимем «Титаник». Это все очень абстрактное и очень иллюзорное представление о том, что на сегодняшний день представляет из собой кино. И, вот. И вопрос денег, он всегда был для кино ключевым, но все-таки начинать нужно с идеи, начинать нужно с желания снимать кино. И вот люди, которые затевают этот проект, сначала вот этот короткометражный «История заблудшей овечки», и потом полнометражный «Воскресенье», вот, я вижу в них именно то качество, которое, мне кажется, совершенно необходимо для всякого человека, который собирается снять кино. Это желание снять кино. И вот тот способ, которым они хотят добыть деньги на этот проект, они могут быть способы разные, но вот этот способ, он совершенно замечательный. Когда в это вовлекаются будущие зрители, люди заинтересованные буквально. И здесь ответственность, конечно же, на режиссере. Я его все-таки знаю и могу так или иначе все-таки ручаться за него. И по образу мысли, и по таланту, я думаю, может получиться очень интересная история. Очень интересная история, история заблудшей овцы. Мы очень часто в жизни промахиваем это. Что, вот, кажется, это такая простая вроде бы истина, которую сказал Иисус. Если у вас будет 100 овец, одна потеряется, неужели вы не бросите все стадо и не пойдете за заблудшей овцой? А это мысль ключевая в современном, сегодняшнем мире. Если бы мы по этой, ну, грубо говоря, инструкции жили, ну, наверное, наша жизнь какая-то была бы другая. И сейчас речь не идет ни о воцерковленных людях, и не о атеистах, это не важно. Те принципы, которые заложены в основе этой истории, они важны для всех. И вот, хотя Иисус говорил, я пришел в мир спасти заблудших именно. Вот. И каждый из нас, или почти каждый, не считает себя заблудшим, хотя по большей части мы все такие, в общем, и есть, в той или иной степени. Есть в большей степени люди, на которых выпали испытания тяжелый, вот, и нуждающийся в активном таком спасении. Есть вроде внешне благополучные люди, но на самом деле та перспектива жизни, которую они для себя построили, в общем, говорит все-таки о том, что они заблудшиваются. Потому что в основном ведь сейчас проблема, основная проблема, это отсутствие цели. Отсутствие цели в мире, вот, отсутствие идеи жизни. И по большому счету, если каждый из нас, знаете, была такая формула, что, ну, чтобы смысл, жизнь обрела смысл, нужно посадить дерево, построить дом, там, родить ребенка и все. Вот. Ну, более-менее, может, нам удается это сделать. Но есть высшая цель. Вот, спасти, если заблудшего, включая самого себя, на самом деле. Вот. И относиться к ближнему так же, как к самому себе, это на самом деле ключевой вопрос. И когда отсутствуют формальные идеи, ну как там, в нашем детстве была идея, там, строительство коммунизма, и тоже была идея, и тоже она формировала в людях хорошие качества. Есть религиозная идея христианская, есть идеи других конфессий, это не важно, потому что в основе все равно лежит любовь. И в конечном счете, если учитывать даже то, что до появления вот символа креста в христианстве, символом христианства был юноша, несущий на плечах овцу. Вот. И вот, мне кажется, этот образ, он может прозвучать очень современно сегодня. Юноша, несущий на плечах овцу. Всемирного мафиозного правительства в Ротшильде, и он был в составе этого правительства. И когда он женился на русской женщине, и когда он познал, что есть духовность, он понял, что он неправильно живет. И он выходит из этого правительства праведными. Ну, там слова даже, если все, что одна овца пропадет, вы пойдете ее разыскивать. Да, да, да. И пришел бы заблудшими, а не... Вот. И поэтому этот фильм маленький, он становится... Пастырь добрый, не бросит, и так далее. Там много на эту тему. Да. Первый же символ был христианства, еще до креста, и, наверное, это пастырь добрый, угу. Юноша с овцой да, 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 на плечах. Да,
И овечка как образ абсолютной покорности Всевышнему. Так, и что значит требуется от меня? Я вижу, у вас хорошо разработанный проект, локейшн есть. Актеры подобраны тоже. Да. Роман Борисович в главной роли, он хозяин овечки играет. Угу. Вот. Сейчас снимать будем в Башкирии. Места найдены, поддержка есть владыки Никона, владыка Башкирии. Давайте поддержим этот фильм и еще раз докажем, что мы вместе.